Объем платных услуг жителям Башкирии с января по август приблизился к 155 миллиардам рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 миллиардов. Однако в сопоставимых ценах жители республики стали тратить меньше на 2,5%. Данные приводит служба статистики. Так, на счета компаний жилищно-коммунального хозяйства перечислено 46 миллиардов рублей, транспортных компаний – 26. Объем бытовых услуг составил почти 19 миллиардов. За медицинскую помощь жители республики заплатили с начала этого года 14,5 миллиардов, за социальную – чуть меньше 14. Значительно меньше спрос на ветеринарные услуги. С начала года их объем составил 268 тысяч рублей. Объем услуг правового характера приблизился к 1 миллиону рублей, в сфере туризма – 4,5 миллиарда, а услуг культуры – 1,5 миллиарда рублей.